Александр Мор встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым. Главной темой стали вопросы сотрудничества в разных сферах, от строительства и ЖКХ до агропрома. Сейчас в Беларуси и Тюменской области наибольший внешнеторговый оборот среди стран СНГ, а по итогам прошлого года он увеличился в 2 раза. В хозяйствах нашего региона работают порядка 3000 единиц белорусской техники. Открыто около 20 магазинов белорусских товаров. Также мы рассматриваем возможность выхода на белорусскую универсальную товарную биржу через центр «Мой бизнес» тюменских товаропроизводителей. У нас, безусловно, большой потенциал для развития.